Святителю Феофану задали вопрос: а как мы, мирские женщины, семья, муж, дети, работа, готовка, стирка, глажка, как вообще нам спасаться? Кругом, как волчок, только крутимся. И он говорит: и вы, православные матери и женщины, можете уподобляться монахам и даже священникам. Каким образом, спросите вы? А вот таким. Например, вы начали готовить обед на семью. Например, борщ. Какой? Украинский. И скажите: Господи, благослови. Варите борщ. Скажите хоть несколько раз: Господи, помоги. Закончили готовить борщ. Скажите: слава тебе, Господи. Итак, ваше дело, начатое с Богом, продолжающееся с Богом и закончившееся благодарение Богу, будет не суетой, а будет делом Богу угодным, приятным для Бога и жертвой любви ради родных и близких. Старец Нектарий, в служении женщины-христианки это служение Святой Троицы. Вот на такую высоту вознес вашу простую бытовуху. Если она без ропота, если она без надежды на благодарность, а благодарности все-таки детей надо приучать. К благодарности детей надо приучать. Если он маме после завтрака, после обеда и ужина не сказал спасибо, не поцеловал ее в щечку, в следующий раз, на стол ему поставить, ей или ему, доширак и сказать: а кипяток вот здесь. И пусть тогда узнает, что это такое мартеновская печь, от которой порой день и ночь не отходят матери.